1990 году. Давай. Да, еще при советской власти. А кем? Мною. Еще при советской власти, да, когда я ехал, прочее, ну, накануне прям дембеля, да, вот я полтора года не был в России, ну, два года не был в России, полтора года в Советском Союзе. Это ноябрь 90-го года. То есть накануне всех вот последующих событий. Здравствуй, милый край родной, древний, солнечный, вечный, я, веселый, беспечный, возвращаюсь в город свой. Все бурлишь, моя столица, ты опять течешь рекой хмурой серою толпой, на ходу стирая лица. И холопы, и князья, все в тебе в одно смешалось, ты давно забыла жалость, кровь и слезы в три ручья. И святых, и палачей ты одним скормила хлебом, и лежат они нетленно средь церквей и площадей. И опять твои кликуши, не насытившись, как будто все спешат посеять смуту на свои и наши души. Но незыблемо сквозь годы ты нам всем отмеришь срок, ведь сегодня твой пророк разве что прогноз погоды. Посмотрев чужие страны и насытившись тоской, возвращаюсь, как ни странно, все туда, а я домой. Здесь забыт мой день вчерашний, здесь следы любви моей, и хранят величие башни, пережив своих царей. Саша, правда. Молодец. Прошло 20 лет, а...